Это путешествие в загадочную Россию Джон Скрэг вряд ли забудет. 20 туристов из Великобритании отправились в тур по городам нашей страны. Нижний Новгород, Екатеринбург, Уфа, Казань, Иркутск, Челябинск. Везде все проходило гладко, но только не в гостеприимной Самаре. Англичанин сделал несколько фотографий в метро, а после провел 5 часов в местном отделении полиции. Полиция была корректна, офицеры вежливы и профессиональны. У них сложная работа из-за этих атак террористов в метро по всему миру. Им нужно быть начеку. Я понял, за что они меня задержали. 69-летний подданный Елизаветы трижды избирался главой небольшого городка в графстве Уилшир. На сайте мэрии Джон Скрэг рассказывает о своем увлечении фотографией. В частности, он делает только фото общественного транспорта в Лондоне и по всему миру. Отмечу, что официально снимать городской транспорт в Самаре не запрещено. Однако после терактов в Волгограде полиция проявляет повышенное внимание ко всем иностранцам. После запроса мэр прислал в комсомолку официальный релиз. Не думаю, что происшествие изменило мое отношение к России. Большинство людей здесь дружелюбны и гостеприимны. Есть подозрительные жители, но мы понимаем, что заводы и военные сооружения фотографировать не стоит. О происшествии написали несколько британских газет, однако некоторые издания, по мнению англичанина, преувеличили или исказили факты. А мэр, между тем, планирует следующую поездку в Россию.